Завтра на большей части Молдовы переменная облачность. На севере возможны дожди. В Бричанах и Сороках метеорологи прогнозируют 5 градусов, местами осадки. В Бельцах на градус выше. В Аргееве плюс 7. В Тирасполе и Лиово ожидается 8 градусов. В Камрате и Кагуле воздух прогреется до 9 градусов. В столице переменная облачность. Ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов. Днем ожидается плюс 8. В последующие сутки днем температура будет колебаться от 3 до 9 градусов выше нуля. Ночью метеорологи прогнозируют от минус 2 до плюс 1. И о погоде в Европе. Завтра на большей части континента дожди. В Мадриде 16 градусов. В Риме на градус ниже. В Париже термометры покажут плюс 11. В Лондоне плюс 9. В Берлине на градус выше и также пройдут осадки. В Вене и Будапеште прогнозируют 15 градусов, здесь переменная облачность. В Праге плюс 13, пройдут дожди. В Варшаве ожидается плюс 9. В Будапеште и Белграде термометры покажут 14 градусов. В румынской столице температура воздуха опустится до 3 градусов. В Афинах воздух прогреется до 16 градусов. В Анкаре холодно, минус 1. В Киеве прогнозируют плюс 5, пройдут дожди. В Москве 1 градус выше нуля.